В округе проходят межведомственные рейды по контролю за детьми. Однако, вопреки запретам, встретить группу несовершеннолетних можно на детских площадках, в парках и даже водных объектах. Накануне от жителей 29-го микрорайона поступило сообщение, что на реке Китой без присмотра играют дети. К моменту приезда сотрудников ГИМС подростков на месте уже не было, но один протокол инспекторы все-таки составили. Один ребенок, который находился без законного представителя. Соответственно, ребенка мы на водном объекте изъяли, повезли домой, нашли его, ее мать, законного представителя. Ну и доставили домой, и там уже представители полиции с сотрудниками КДМ составили протокол на законного представителя, на мать, а так надлежащий контроль за своим несовершеннолетним ребенком. Санкцию для матери девочки определит суд. Ей грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Сотрудники ГИМС напоминают, в случае обнаружения несовершеннолетних на водных объектах можно обращаться в полицию или МЧС.